Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Геометрия 10-11 класс. Атанасян. Задание 242. Дано. Основанием пирамиды является квадрат. Тогда запишем S, A, B, C, D. Пирамида A, B, C, D квадрат. Так, давайте изобразим эту пирамиду. Ну, прочитаем условия. Одно из боковых ребер перпендикулярно к плоскости основания. Тогда изобразим пирамиду вот таким образом, обозначим ее. И пусть ребро SA, вот оно перпендикулярно основанию ABC. Ну, плоскости ABC, в которой лежит основание. Плоскость боковой грани, не проходящей через высоту пирамиды. Но если SA перпендикулярна ABC, то, следовательно, SA – это высота пирамиды. Так вот, плоскость боковой грани, не проходящей через высоту пирамиды, наклонена к плоскости основания под углом 45 градусов. Ну, в частности, возьмем плоскость SDC. И тогда запишем, что двугранный угол между SDC и DCA равен 45 градусам. Так, наибольшее боковое ребро равно 12 сантиметров. Давайте так и напишем. Наибольшее боковое ребро 12 сантиметров. И нам нужно найти высоту пирамиды. Ну, высота пирамиды это SA. И надо найти площадь боковой поверхности пирамиды. Ну, давайте обозначим сторону квадрата буквой А. Пусть АБ равно А. А вот теперь начнем вот с чего. Ну, поскольку ABCD квадрат, то DC перпендикулярно AD. Поскольку SA это перпендикуляр, значит SD это наклонная, а проекция этой наклонной на плоскость ABC это AD. Таким образом, по обратной теореме о трех перпендикулярах, DC перпендикулярно AD, проекция наклонная, следовательно, DC перпендикулярно и самой наклонной SD. Таким образом, что у нас получается? SD и AD – это два перпендикуляра к DC. DC – это ребро двугранного угла, а SDC и ADC – это его боковые грани. Эти перпендикуляры проведены в боковых гранях. Тогда угол SDA является линейным углом двугранного угла SDCA, а следовательно его градусная мера 45 градусов. Ну и дальше, если мы рассмотрим треугольник SAD, он прямоугольный, потому что SA перпендикулярно AD, но он, тогда давайте запишем треугольник SAD, прямоугольный и равнобедренный, потому что один из его острых углов равен 45 градусов, значит, и другой равен 45 градусов, значит, его катеты равны. Давайте продолжим эту цепочку. Значит, катеты SA и AD равны, а AD, поскольку AD – это сторона квадрата, то, следовательно, и SA равно A. Вот мы уже определились с тем, чему равна высота пирамиды. Теперь из этого же прямоугольного треугольника SAD мы определим его гипотенузу SD. SD квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Значит, SD будет равно корню квадратному из SA в квадрате плюс AD в квадрате. Это будет равно корню квадратному из А в квадрате плюс А в квадрате, а это будет А корней из двух. Ну, сантиметров пускай
сантиметров. Так, теперь из того, что СД перпендикулярно ДС, следует, что треугольник, вот так мы запишем, из прямоугольного треугольника СДС, он прямоугольный, потому что ДС перпендикулярно СД, мы это уже установили. В этом треугольнике СД и ДС – это катеты, а значит, мы можем определить гипотенузу СС, она тоже будет равна корню квадратному из суммы квадратов катетов. Это СД в квадрате плюс ДС в квадрате, а это будет равно ДСД в квадрате, это будет 2А в квадрате, ДС в квадрате, это просто А в квадрате, сторона квадрата, и имеем А корней из 3 сантиметров. Так, ну, следует сказать, что СБ равно СД, потому что это гипотенуза равных прямоугольных треугольников. Ну, АД равно АБ, СА у этих треугольников общее, значит, эти треугольники равны, значит, СБ равно СД. Речь идет о треугольниках АСБ и АСД. Значит, СБ равно СД и тоже равно А корней из 2 сантиметров. Ну, еще и сторона СА равна А. Тогда вот отсюда мы можем сделать вывод, а какое же из боковых ребер пирамиды наибольшее? А, А корней из 2, А корней из 3. Ну, естественно, А корней из 3 больше, чем корень из 2 и больше, чем единица. Поэтому А корней из 3 или ребро СС наибольшее. И, следовательно, давайте запишем, что оно наибольшее. А значит, СС равно 12 сантиметрам. Ну, а тогда отсюда мы можем найти высоту СА. Ну, вернее, если СС это 12 сантиметров, значит, СС это А корней из 3 равно 12, отсюда А будет равно 12 разделить на корень из 3, домножим на корень из 3 числитель и знаменатель, получим 12 корней из 3 на 3 или 4 корня из 3 сантиметров. Таким образом, давайте запишем, СА, высота, равна 4 корня из 3 сантиметров. Это ответ в пункте Б по пункту А. Так, третье. Теперь нам нужно найти боковую поверхность. Ну, боковая поверхность будет равна сумме 4 треугольников. Треугольники САД и САБ равны. Значит, можно написать так. 2 на С площадь треугольника САД. И плюс. Ну, собственно говоря, несложно показать, что треугольники СДС и СБС тоже будут равны. Они будут равны по 3 сторонам, можно доказать, что они равны. Тогда это будет 2 площади треугольника СДС, или это будет равно 2 умножить на САД, САД. Плюс S, SDC. А это будет равно 2 умножить. SAD. Это будет 1 вторая SA на AD. Плюс 1 вторая SDC. Мы же тоже показали, что это треугольник прямоугольный. Значит, его площадь будет равна SD, SD на DC. Тогда это будет равно. Ну, если двойку мы внесем, то сократится вот эта 1 вторая. Тогда SA на AD. Это будет A умножить на AD на A. И плюс SD.
SD у нас а корней из двух умножить на а. Это будет равно а в квадрат, а квадрат мы выносим за скобку, получаем единица плюс корень из двух. Или это будет равно а у нас равно 4 корня из трех. Значит, получается 16 на 3. Это мы возвели в квадрат а, умножить на единицу плюс корень из двух. И это будет равно 48. Умножить на единица плюс корень из двух – это искомая площадь боковой поверхности данной пирамиды. Вот это наш ответ по пункту Б. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.